Во дворце спорта «Триумф» прошел турнир по художественной гимнастике, посвященный Международному дню защиты детей. Свое мастерство и спортивные результаты продемонстрировали гимнастки со всего Подмосковья. На празднике красоты, изящества и грации побывала Луиза Егиазарян. Ее называют принцессой спорта. Она сочетает в себе красоту и грациозность, женственность и элегантность. Художественная гимнастика пользуется среди девочек большой популярностью. Масштабы ежегодного турнира, проводимого в Люберцах, тому доказательство. На одной площадке собрались 180 юных спортсменок со всего региона. Турнир, посвященный Дню защиты детей, сегодня проходит. Вчера у нас проходил итоговое соревнование Федерации художественной гимнастики городского округа Люберцы. Как подведение итогов, то, что гимнастки старались, каких успехов они добились в течение года, какие разряды они получили, выделяются сильнейшие гимнастки. На турнире выступили как самые маленькие гимнастки, так и девушки, которые претендуют на присвоение разряда кандидат в мастера спорта. Были представлены как одиночные, так и командные номера. Команда у нас просто называется город Химки. Мы из спортивного комплекса «Родина», и вместе мы уже выступаем около 4 лет. Сегодня мы вообще думали, что у нас не очень хорошо все получится, но мы смогли, собрались и сделали достойно. Зрители и судьи турнира увидели разные виды упражнений по художественной гимнастике. Спортсменки использовали в своих номерах обручи, мячи, скакалки. Каждую участницу, независимо от результата выступлений и призовых мест, ждали дипломы и подарки. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.